Красавчик, станет слушай. Новым фараоном. Несмотря на то, что он так неэффективно тратил бабки, он эффективно их зарабатывал. Он эффективно их тратил. Да, смотри, как, на ставках он их неэффективно тратил, но эффективно их зарабатывал. Я зону риска просто как-то сужал. Ну как-то чтобы, да, чтобы... ты прям хорошо сыграл, я не ожидал такого результата. Ну, мне, ну, по, я, честно, очень на тебя делал. По первым двум раундам мне казалось, что я побеждаю. Да, так прям как-то так уверенно, так знаешь, не торопливо. Так. Блин, ну игра мне понравилась, кстати, да, на самом деле классная. Я не ждал, на самом деле, много от нее. Ну, то есть, ну, как бы аукцион, вроде такая механика сухолатая, но тут не совсем прям не чистый аукцион. Нет, тут азарт. Тут и управление, есть, да. Азарт, да, вот, который дает аукцион, несомненно. Правила тоже поначалу читаешь, кажется, одни если, там, замороченные. На самом деле, что по правилам скажете? Да, все, да, после все понятно. После первого хода становится все понятно. Один раунд прогоняешь, ну, да. Некоторые моменты, конечно, могут вылететь. Ну, а так в целом... Нет, очень структурировано все, очень. Вот в эту фазу это делаем, раз, два, три, в эту, в следующую фазу, раз, два, три. Угу, карточки угу. По цветам соответствуют фазам, во, вообще очень классно. Да, инфографика тоже удобная. Инфографика, ну, вот, вот эти рубашки. Победные... Рубашки одинаковые. Знаешь, что, мне кажется, нужно на поле где-то было вынести структуру раунда фазами, и чтобы по цветам они прям шли. И тогда бы было больше... Памятку игроку. Ну, памятку, в принципе, прям на поле. Можно на поле. Маленькую, типа... Вот, первая фаза там аукцион и цвет карточек аукциона. Слушай, и это, ну, вот это вот. Когда это. 5 человек будет играть. Ну, но что? Неудобно, если в каком-то... Каждому памятку? Ну, тоже вариант. Памятку, но они небольшие, тем более. Да. Вот действительно структура хода и все. Вот что в этой игре не очень, так это вот... поле как нарисовано. То есть я видел предыдущую, из предыдущего издания этой игры, там поле, Нил вообще вот такой вот, типа, знаешь, схематично все. Здесь вот как-то вот, ну, взгляд... Акварелька такая, да? Такая акварелька, причем мазки такие вот, знаешь, ну, художник особо не заморачивался. Ну, вот это что, это корабль там плывет или что? Ну, что какие-то это? Обломки... Нет, это корабль, это паруса, просто вид сверху, видишь? Окажется, как будто деревяшки там плывут какие-то. Это паруса. Понятно. Но оно непонятно. Что это? Как бы в 2019 году такое поле, мне кажется, ну просто как-то делать стрёмно. Ну это из игр, которые... А вот пирамиды очень классно выглядят. Причем они еще так покрашу, краска сухая, как техника, драйбраш. И из пакета, когда их вытряхиваешь, с них прям вот это... Обсыпается немножко. Ну а так в целом они очень эстетично, как реально. Камни в песке тоже. Такие. Да здорово. Тяжеленькие, прикольно выглядят. Вот. Мои впечатления в целом очень положительные от игры. Нет. Ну и вот в дуэльке, конечно, не сыграешь, а это вроде такая вот семейная, мне кажется, игра. То есть она не конфликтная. Ну в том плане, что ты здесь ставки перебиваешь, ну какой-то конфликт. Ты перебиваешь конфликт. Ставки. Это аукцион, и... это чистая психология, аукцион. Слушай, ну... Психология вот... плюс математика. Я не знаю, насколько тут заточен баланс. Вот здесь есть откровенно убыточные провинции и откровенно такие имбовые, которые, если ты взял, все, ты сидишь и вот расслабленно, дальше стрижешь. А у вас же шансы-то равны их получить. За убыточные ты 8 монет можешь получить. Да, в том-то и прикол, что, как в любом аукционе, за что-то более ценное стоит побороться, что-то там менее ценное вы подешевле можете купить. Я имею в виду, что у вас вот первые условия стартовые одинаковые абсолютно, но потом тот, кто, получается, заполучил эту провинцию пустынную, в которой ничего не растет, и ничего не, никаких там благ там нет. Можно строить пирамиды. Можно строить пирамиды за что? За какие-то деньги надо покупать? Ну, слушай, ну, если ты взял эту провинцию, значит, ты за нее недорого заплатил. Просто потому что ее никто брать не хотел. Ну и к тому же ты можешь тебе. Там играть те карты, которые 8 монет приносят. И, да, да, вот эти карты, но опять же, они не факт, что выйдут. Ну, плюс выйти. Они, да. Честно, я думал, я гораздо хуже сыграю. Вот, ну, я между вами четенько вот где-то там посередине прям, второе место. И я так и не понял, за счет чего. Ну, сам вообще, видишь, за поле убежал. То есть это выше среднего результата уже, в принципе. За счет пирамид или за счет чего? Потому что у меня ни земледельцев не было, ни в первую эпоху, ни во вторую эпоху. У меня как будто ресурсов не было вообще. Я жил на каких-то там, ну вот, 5-6 монет, 5-6 монет, думаю, ну... Слушай, а я покупал дешево всю игру провинции, то есть я ничего не заплатил, бесплатно, все бесплатно, да. И вбухивал все в пирамиды. Ну и вот как бы... Ну и в итоге... В итоге сыграл хуже недостаточно всех. Вбухивал в пирамиды. Все-таки баланс нужен какой-то.
Я пока не раскусил эту игру, честно. Ну, Руслана, посмотри, вот партию. Сбалансированная постройка пирамид мы видим. Ну вот здесь, да, три. Угу. Меня два. Два максимум. Ну, к тому же я это цели... уже меня ударило на три очка. Здесь, да. Цели старался здесь, соблюдать. Да. Цели. Отлично, вот это. Ну, на целях ты хорошо, очков 18, наверное, получил. Ну, я просто... По игре, в общем, да. Ну, в прошлый раз... 6, тут, ну, 10-15 где-то так. Ну, 15 вот, где-то, да. 9 да. я взял. 9. 2 в первую эпоху. Я на целях вообще сыграл. Ничего не взял. Нет, цель хорошая. Цели, кстати, выполнимы, при том, что, ну, надо все равно листать эту колоду и... Подбесило то, что на самом деле ты вытаскиваешь, а ты понимаешь, что эту цель никак не справишься. И все, что ты можешь за нее получить, это одну монетку. Ну, типа... Немножечко обратно вернуть, если ты их покупал, да. Да, это если ты ее одну купил, вот это, ты ее вот этот момент отбил. Реально, который подбесил. Ну вот, может это быть. Рандом на выходе вот этих карточек благ. Знаешь, возможно, стоило бы сделать, просто разделить эту колоду на карточки благ, которые вот такой эффект имеют в фазу, mm-hmm. и карточки благ, которые вот эти цели. То есть, если тебе надо цели добрать, ты берешь из одной колоды. Если может тебе надо быть. Добрать этот, ты берешь из этой. Ну, это как Home Rule, я думаю, ничего не мешает попробовать играть так. Ну да, просто когда ты ждешь, например, архитектора, а тебе цель выходит, которую ты не можешь выполнить. Которая тебе еще и невыполнима. Которая тебе даже стремиться нет смысла. Да. Допустим, тебе вышло на одном берегу. То есть единственное, что не забалансировано в игре, это вот это. Вот эти второстепенные цели. Ну, это в этом риск, как бы. Ну, опять же, если хотите, разделите вот по моему предложению. Да нет, это, ну, опять же, 3 очка, да, ну... Три очка, это за ними можно погнаться, но можно упустить что-то другое. Ну, скажем так, можно просто проще построить пирамиды и забрать просто тремя пирамидами эти три очка, чем гнаться за ними здесь. Они больше за ними идут. То есть ты территорию берешь, ты смотришь, что опа, там, есть, например, две цели, которые подходят под описание. Ну, не было, я не мог одну цель выполнить, потому что мне не хватило двоих вот этих карт. Уже, наверное, то есть я взял уже сразу не сбавился, понял, что как бы не сделал. Зато я на 2-3 другие цели смотрю. Если она выходит сразу, какая-то карта, да, то ты уже можешь под нее что-то и там строить. Ты видишь, ты покупаешь землю, где ты можешь брать карты, либо они тебе приходят сразу. Угу. То есть ты на это тоже должен рассчитывать внимание. Чтобы больше шансов у тебя было, чтобы карты полезные на руке оказались. Ну тут, по-моему, нормальный баланс. В общем, он нормальный, но честно, я ее не раскусил в том плане, что я не знаю, что здесь важнее. Здесь важнее много денег, здесь важнее больше пирамид, здесь важнее больше земледельцев. Пирамидам сначала тут, тут нужен баланс. Тут, ты если уйдешь в одну какую-то тактику, то проиграешь вдруг. Хотя. Ну вот. Ну, понятно, что земледельцев надо строить на первом раунде эпохи, потому что они тебе больше прослужат. До конца эпохи, они заработают больше денег. То есть, если ты в первом раунде эпохи 6 земледельцев наймешь, они тебе принесут по сумме больше денег, чем те же 6 земледельцев в третьем раунде эпохи. Да. Потому что они просто умрут в конце эпохи. И получается, эти у тебя 3 раунда отработают, а так они 1 раунд отработают. Слушай, ну шахта вообще всегда работает. Всегда работает, то есть у тебя уже выбор. Шахты приносят среднее количество там. За шахту, соответственно, могут, и торги будут пожарче, могут, чем, допустим, за... местность с полями там, ну то есть земледельцы она интересная, ее надо, слушай, но она изучать, не настолько мозголомная, что прям вот она не такая мозголомная, как Брас, мне показалось. Ну по любому не такая. Брас гораздо более мозговыносящая. Да, их сложно сравнивать, потому что у них механики совершенно разные. Аукционы, логистика, там это все понятно. Я вообще по общим ощущениям. Ну, в Бразе было сложнее играть. И понять Браз сложнее. Нужно было следить было за игрой, как у тебя логистика. И там, конечно, влияние друг на друга. И правила у Браза посложнее. Да нет, посложнее. Ой, ладно, не про нее сейчас. Ну да. Ну, вообще, да, понравилась мне эта игра. Тоже я даже не знал, чего от нее ожидать, но я остался под хорошим впечатлением. Мне тоже понравилось. Единственное, что минус, говорят, рубашки одинаковые у валюты и у карт. Вот, вот ну, я не понял, для чего это сделано, кстати. Я же приводил чтобы пример. Тебе в карты не полили твои, да? Да, скорее всего, денег. Да. Вот ты взял все, что у тебя есть, и рубашки сложнее одинаковые. Сложнее понять, сколько у тебя денег, да, сколько из этих карт денег. Да. Но это если спортивно играть, не так, как мы по фану. Я не следил, что там у тебя за рубашки. Я тоже не следил. Но это есть такие игроки, да, которые будут там... Помню, вот аналогию я же приводил с империализмом, то, что мы играли. Когда там тоже разные типы карт, но объединены одной рубашкой. И там тоже у бога нарисованное поле. Ну да.
Ну ладно, хорошо, здесь лучше поле, чем империализм. Ну, пока тона на самом деле приятные, но... такие. Ну да, постельные. Это Египет. Оно глаза не напрягает. Не напрягает. Все, с другой стороны, если бы было понятно. Больше деталей, оно бы все в кашу смешивалось, возможно. Но я уверен, что можно было нарисовать лучше. Уверен просто. Что это? Пирамида. Я не могу понять, не пирамида, почему а пальма. Название написано вот к вот, нам, да, лицом в сторону, а вот эта пальма растет вверх ногами. Хороший вопрос. То есть она как бы растет, ну, а здесь нормально растет. Здесь, то есть это то разделение от Нила, типа, да, камера но, зависла сверху, типа. Но буквы при этом... В общем, ну, немножечко... Это такая изометрия, грубо говоря. Ну и паруса, видимо, тоже из той же оперы. Да. Ладно. Только вот такое значение. Не, по геймплею отличная игра. По дизайну поля единственное. Вот. Ну да, вот это классно. Момент. Шериф, например. Ну, карточки тоже. Нормально. Летописцы. Ну, карточки там, ж нормально. Стоит. Карточки вообще в другом стиле нарисованы. Да, вот именно. Рубашки карт. Обложка, посмотри, как сочно нарисован, да? Это сразу как бы погружает на самом деле. Египет, все такое красивое, детализация. А... Ну, а шрифт еще, говорят, тут рамки, бордеры, видишь, они тоже. Это 90... шрифт, ну, привет, да, из 90-х. Да-да-да, вот это бордер, как это? Ну, бордер так называется. Bevel and Emboss. Bevel and Emboss. Внутренняя тень, либо бордер. Этот эффект в фотошопе называется Bevel and Emboss. Ну, эмбассирование, да. Не настолько уж шарю, конечно. Короче. Хорошая. Хорошая игра, да. Я рекомендую, на самом деле. Поддерживаю. Я тоже. Не знаю, как в семье, потому что там вдвоем вы в нее не сыграете, а в семье чаще всего вдвоем играют, там муж с женой. Не, ну почему, если дети уже взрослые? Ну, если дети взрослые, если вот втроем вам уже можно играть, да, с детьми, то ну, берите. Это ребенку, с какие там, с 10 лет? С 10 сложно ребенку будет, я думаю. 10 лет, это уже 3-4 класс? Нет, сложно, нормально будет. Нормально, мне кажется. Считать много уже... считать, много считать, серьезно. Планирование. Нужно вот планировать, как ты будешь покупать. Считать урожай могут родители. А вот ну, по, насчет покупок, да. Да, тут нужно же... Хотя здесь написано, хочу 4 этого заплатить, 16 этого. Ну, все равно. За все ресурсы нужно просчитывать. Плюс оставить на подношение деньги. Да, считать много. Детям надо все-таки чуть больше. Ребенок, наверное, чуть это самое подзагрузится в этом плане, если вообще не скажет, давай, да. Ну, да ну его нафиг, пойду лучше на планшете что-нибудь погоняю. Не на планшете, но... Ну, в целом хорошо. Короче, да, вы все видели. Наше мнение вот такое. Все, играйте в те игры, которые вам нравятся. С вами были канал Твой Игровой. Сережа, Руслан, Амон Ра, Филипп. Всем пока. Пока.